Сегодня премьер-министр Великобритании Лиз Трасс неожиданно заявила, что уходит со своего поста. Ее резко критиковали за введение катастрофического экономического плана, который потряс экономику и финансовые рынки. Она увеличила государственные расходы, снизила налоги на богатых и пошла в противоположном направлении политики Банка Англии по снижению инфляции. Результаты были плачевными. Мы изложили видение экономики с низкими налогами и высокими темпами роста, которая воспользуется преимуществами свобод Brexit. Однако я признаю, что, учитывая ситуацию, я не могу выполнить мандат, на котором я был избран консервативной партией. Я останусь премьер-министром, пока не будет выбран преемник. Спасибо. Невозможно бороться с собственным центральным банком. Банк должен иметь свободу на финансовых рынках. Вот что делают консерваторы. Лиз Трасс прошла против принципов экономического либерализма и фискального консерватизма своей же собственной партии и поплатилась за это. Банк Англии, являющийся центральным банком Великобритании, подняв процентные ставки. После первоначального повышения ставок Банк Англии намеревался еще больше повысить ставки, чтобы замедлить экономику и вывести деньги из системы, что поможет успокоить инфляцию. Но правительство Лиз Трасс подорвало усилия банка и двинулось в противоположном направлении, пытаясь ускорить рост за счет снижения налогов для богатых и стимулирования расходов. When will she stop ducking responsibility, do the right thing and reverse her kamikaze budget, which is causing so much pain?